Нет сомнений, что эти выборы являются лишь плохо замаскированным механизмом продления вашего президентства. Никто из так называемых кандидатов в президенты таковым не является. Еще месяц назад они активно поддерживали идею референдума для продления ваших полномочий и входили в коалицию по вашей поддержке после объявления его досрочных выборов. Сейчас они лишь имитируют кандидатскую деятельность, не забывая сказать о том, что они не претендуют на главный пост государства. А вас задерживали, когда останавливали, когда вы ехали в Россию? Я держала. Автобус, в котором я ехала, держали 2 часа. Единственную меня сказали, что я якобы везу наркотики. Вырвали у меня удостоверение и хотели вывести из автобуса. Я не согласилась выходить из автобуса и при всех пассажирах вытащила все свои принадлежности, которые были в сумке, вплоть до женского белья. И они увидели, что я никакой не нарко... Курьер. 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 Так будем говорить, да? Поэтому они вынуждены были отпустить, но при этом потребовали написать объяснительную, которую я отказалась ни писать, ни подписывать. И переписали всех пассажиров. Всех пассажиров заставили вытащить багаж и пересмотреть этот багаж. Нарушили права не только мои, но и всех 40 пассажиров, которые ехали вместе со мной. Я вам задал встречу. Назовите мне хотя бы одну страну мира, где 50 человек, захотев встретиться с президентом, вдруг с ним встречаются. Уважаемые, вы поняли, что в данный момент с нами никто встретиться не хочет. Кандидат президента Назарбаев нам не выйдет. В связи с этим мы выражаем.